Большинство респондентов на нашей странице ВКонтакте ответили, что иммунитет поддерживают с помощью витаминов. У 30% опрошенных с иммунитетом все в норме, и они не предпринимают никаких действий для его поддержки. Также одним из популярных методов, который пермяки написали в комментариях, стало употребление большого количества жидкости, горячих напитков. Об этом сказали и люди на улицах города. Чай, я любитель чая, в принципе. Его часто и много пью. Я не выхожу на улицу и стараюсь питаться фруктами, овощами. Я пью маленько таблеточки, да другие фрукты, также овощи, которые родители присылают. На самом деле я принимаю добавки сейчас, я сдал анализ. Бассейн два раза в неделю, рыбий жир, чеснок, свекла и прочее.